Съемка ведется 23 февраля в 19:00. Оператор и участник сознательной общественности, коренной житель города Николаева, Перро Алексей Юрьевич, 82 года рождения, образование высшее, уровень доходов средний, частный предприниматель, специальность программист. Ситуация простая до безобразия произошла сегодня днем. Ехал этой маршруточкой, вот виден государственный номер и номер маршрута. В направлении на Мыво по проспекту Ленина. Заметили пассажиры в салоне, что неисправна спинка кресла, на котором сидят пассажиры, и при движении создается опасность травмирования коленей сзади сидящих граждан, жителей Николаева, земляков того же бизнесмена, который эти маршрутки снаряжает. На замечание Владимир, так он представился по телефону, водитель маршрутки, отреагировал, на мой взгляд, неадекватно. Пообещал, что завтра все заварим, починим, а сегодня поездим так. То есть предпочел сиюминутную выгоду гарантии безопасности граждан, своих же николаевцев, земляков. Звонок на линию, горячую линию управления транспорта, по сути дела, ничего не дал. Там попытались отфутболить, сказать, что да-да, жалобу передадим, завтра-завтра, кормили завтраками до тех пор, пока не вспомнил Перро Алексей Юрьевич, ваш покорный слуга, о статьях за преступную халатность должностную в форме бездеятельности. Надо было еще чуть-чуть надавить на горло, пару раз позвонить повторно. И в итоге жалобу передали оперативно владельцу предприятия или управляющему его. Михаил Петрович, начальник колонны, перезвонил, пообещал разобраться, дал честное слово и сдержал его в конце концов. Машина стоит на стоянке в самый час пик вечера, ждет ремонта. Михаилу Петровичу большое спасибо за понимание. Сотрудникам горячей линии управления транспорта спасибо за корректное общение. И водителю маршрутки Владимиру, ни гвоздя, ни жезла. На сегодня у меня все. Спасибо вам большое. Теперь панорама.